Добрый день, меня зовут Максим, я основатель сервиса портфолио MakeRate. MakeRate помогает студентам сделать достойное портфолио, а работодателям находить лучших выпускников. Тем самым мы помогаем студентам, вузам и работодателям быть ближе друг к другу. В России примерно 8 миллионов студентов, и больше половины из них работают не по специальности или будут работать не по специальности, потому что существуют три большие проблемы. Первое – это то, что в вузах устаревшие образовательные программы. Вузы просто не успевают угнаться за изменяющимся рынком и дают устаревшие знания. Вторая большая проблема в том, что студенты не используют возможности стажировок и практик, а ждут, пока получат диплом, и уже с дипломом пойдут трудоустраиваться куда-либо. Третья проблема – это проблема работодателей. У них дефицит кадров, и они тратят много денег на обучение персонала. Как это работает? Студенты еще во время обучения загружают информацию о своих достижениях в наш сервис. Мы понимаем, что умеет студент, и даем ему оценку. Таким образом, мы делаем рейтинг студентов и понимаем, кто из студентов лучший. Когда компания размещает вакансию, мы подбираем под эту вакансию лучших студентов и рекомендуем их компании. Таким образом, компания получает уже готовых специалистов, студенты получают работу. Те студенты, которые работу не получают, получают рекомендацию. Рекомендацию онлайн-курсов, которые необходимо пройти, чтобы получить нужные компетенции. Находите лучших студентов и усиливайте свой HR-бренд вместе с нашим сервисом.